Короче, ребят, мы приехали в эту деревню Жуки, тут еще Лагашкин. Лагашкин под ковром. Вон он, смотри, Васлов. А что хотел-то? Вонючий случай. Я думал, я опять по пьяни утопил. Представляешь, я его спалил, я, блин, не успел заснять, но только спину. Кстати, у нас же так он это, он в форме, мы... он в форме милицейской, кстати, полицейской. Кстати, да, вот тут они, артисты, тусуются сейчас. Для тебя нет! Оставьте меня в покое! Короче, ребят, я видел Лагашкина, все. Да, это круто вообще. Здесь и сейчас велись только что съемки, прямо именно сейчас. Да, и он в раздевалку пошел. Блин, я пока камеру настроил, только спину его увидел. Ну так ты его в лицо увидал. Вон они что-то там, смотри, снимали. Мам. Ну что ж там такое? А вот здесь вот пабы, по-моему, нет? Вот эти леса как раз стоят, типа ремонтируют. Обогнай искраки, искраки. Обогнай хорошо, что есть, что есть. Но вот это, ребят, дом, который сожгли еще в первом сезоне. И, кстати, да, тут снимают третий сезон, будут снимать еще 3 месяца. Мы так круто попали. Так что скоро выйдет третий сезон. Ну как скоро? А здесь дом, в котором здесь Никита бегает, и вот эти подвальчики. Ага. Они бегут здесь, вот по этой вот дороге. Вот здесь вот он бежал, прям вот по этой дороге он бежал. Вот к этой церкви. Блин, ты что вылупился? Иди хорошо. Ну, ребят, а сзади меня только что минут 15 назад снимали сериал, поэтому ждите это место в третьем сезоне. Помните его обязательно. Вот это, ребят, машина Маслова, которого мы видим, потому что на нем саратовские номера. Офигеть. Легендарный козельчик. Случай аж укачало. В общем, ребята, они сейчас едут, подготавливают другую точку для съемки, но нам надо ехать заселяться, отдыхать, поэтому нам сегодня мы сорвали джекпот, попали просто под конец съемки и увидели Лагашкина чуть-чуть. Просто... В общем, ребята, ждите новый третий сезон, он скоро будет. И если вам понравилось это видео, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал и ждите новые крутые серии. И всем до новых встреч, всем пока-пока! Стоять!